Здравствуйте, с вами Татьяна. И я хочу сегодня рассказать вам о проекте «Поток денег». Хочу сразу сказать, что этот проект – это наша начальная стадия от того, куда мы с вами будем идти. Это модульный проект. Что это значит? Это значит, что не только будут здесь матричная система. Сейчас к сайту подключаются новые модули, и у вас будет возможность не только получать по партнерской программе, получать у нас в матрицах, вы сможете также от того, что у нас будет в будущем серфинг, у нас будет рекламная площадка, и мы предполагаем сейчас подключить еще модуль лотереи. То есть мы постараемся сделать все, чтобы каждый человек, который к нам зашел, был удовлетворен, чтобы он имел у нас хороший доход. Мы пришли сюда не на один месяц, и сейчас вот поток денег – это как раз программа для тех, кто умеет приглашать, для наших лидеров, для тех, кто хочет научиться приглашать, так как предполагается обучение небольшое, не просто поговорить и рассказать, как красиво можно заработать или как красиво можно людям что-то рассказать и ждать рефералов. Нет, мы хотим вам дать инструмент, который не будет вам стоить ни копеечки, который поможет вам легально делать через Google рассылочку. Но это все в будущем, когда мы стартанем, когда у нас все будет хорошо, когда уже пойдут первые выплаты, и тогда уже будем думать о том, как помогать людям, которые не всегда умели приглашать. Сейчас я хочу еще обратить внимание, у меня были вопросы, откуда бонус, почему 25 рублей лежит уже на бонусе. Так вот, я не очень люблю, когда я открываю кабинет, и у меня по нулям, и я рассказываю о больших деньгах. Это не работает. Но когда у меня хотя бы что-то есть, вот бонусные 25, уже видно, что где-то какая-то денежка уже лежит. Еще эти бонусные деньги для того, чтобы вы могли поставить вашу рекламную площадочку, чтобы вы могли поставить ваши сайты. Рекламная площадка у нас в разработке, то есть это наш новый модуль тоже. Наверное, вы уже слышали от ваших кураторов, что это модульный сайт. Что это значит? Значит, первый этап у нас поток денег. К нему сейчас прикручивается второй модуль. Это у нас будет лотерея. Затем мы разрабатываем рекламную площадку и так далее. А последующим нашим развитием я буду это еще рассказывать в последующих видео. А многих интересует минимальный вклад. Почему он только 250 и почему нельзя бонус включить в оплату? Потому что бонус предназначен именно для рекламной площадки, чтобы у каждого, кто зашел, уже были средства для того, чтобы показать свой баннер или показать свою ссылочку. Я более чем уверена, что у каждого из вас есть больше, чем один сайт для того, чтобы кого-то пригласить. Минимальный вывод у нас на сегодняшний день, повторяю, на сегодняшний день 50 рублей, потому что он может падать. И когда будет рекламная площадка, понятное дело, что 50 рублей накликать на рекламе – это очень долго. Далее рассмотрим все-таки наш маркетинг. Что это такое? Вы, наверное, уже все читали эти слайды. И многие из вас, я сейчас даже не совсем буду проходиться по том, что такое проект, о проекте. Это может каждый прочитать слайды в свободном доступе. И можно их просмотреть. Меня интересует сейчас вот этот четвертый слайд. Очень важна защита средств. Она проходит с кабинета, и поэтому я очень прошу вас уделить этому большое внимание. Итак, когда вы заводите ваш email, то он привязывается к вашему аккаунту. На один аккаунт можно один email. Поменять его невозможно. С кабинетов я имею в виду. Далее, как только вы ввели ваши кошельки, я очень прошу кошелек Payeer вводить номер Payeer
Там, где кошелек перфекта, вводите, пожалуйста, кошелек перфекта. Если вы везде поводите или Pair, или Perfect, нужно будет это все исправлять, а это все через наших программистов, а у них работы сейчас валом. Будьте очень внимательны, кошельки тоже нельзя с кабинета поменять, они тоже привязываются. Зачем это делается? Если вы дадете кому-то свой пароль, это делают люди, и я это знаю, то кто-то сможет просто зайти, посмотреть, сколько у вас, и выйти. Он не сможет вывести. Он не сможет ничего сделать, разве что ввести со своего кошелька. Но я думаю, никто не обидится, если кто-то чужой зайдет и введет ему еще 250 или 1000. Еще у нас есть двухфакторная верификация. Наверное, вы об этом уже тоже слышали. Это используют криптовалютные компании, это используют большие компании. То есть, если вы включите двухфакторную верификацию, то понятное дело, что уже никто не сможет вывести ваши средства на свои кошельки. Преимущество нашего проекта: у нас нет абонплаты, квалификации. Вы получаете доход уже с первого человека, который попал к вам в матрицу. Я сейчас не говорю о реферальных. Еще раз, если ваш реферал пошел в матрицу, а вы нет, вы все равно получаете ваши реферальные. Вы проделали работу, вы пригласили человека, и поэтому вы за это должны получить денежку. Далее, возможность получать доход уже с одним активным партнером. По этой стратегии тоже уже есть слайды, можете посмотреть их. Я сегодня туда не буду углубляться. Цена активации очень маленькая, регистрационный бонус. Автореинвест в ту же программу. То есть, если у вас закрылась программа, вы тут же в этой же программе опять проявляетесь. Вы не должны ничего закупать, все идет автоматом. Многократная реферальная система. Что это? Это значит, что если ваш реферал закупился и прошел один круг в матрице, потом у него был автореинвест, значит, вы опять с него получаете реферальные. Неважно, в какую матрицу он зашел, неважно, сколько раз он прокрутился, вы получаете реферальные. Точно так же будет со следующих программ. Если ваш реферал пошел делать рекламу или накликал, вы получаете опять-таки реферальные. Возможность участия без вложений. Но это понятно на реферальных. Все средства распределяются между участниками. Это можно посчитать. Те, кто зарабатывает, те могут посчитать, сколько средств введено и сколько заработано. Усиленная безопасность аккаунтов, гибридный маркетинг. Что это? Гибридный маркетинг означает, что в первую очередь обычный маркетинг мы заполняем матрицу спонсора. Это понятно, привязка к спонсору существует. Почему? Потому что это очень нужно нам в последующих программах. Есть еще одна живая очередь. Как она работает? Если у вас уже есть открытая матрица на 250, допустим, и вы решили взять еще одну в этом же аккаунте, то второе ваше место попадает на первое свободное место, куда выберет программа. То есть она не попадает к вам. Поэтому у нас заходить треугольником не советую. У вас не будет треугольника под вами. Если кто-то заинтересован треугольником и любит ходить треугольником, и команда любит ходить треугольником, в таком случае советую делать два аккаунта под собой любимым и работать. Так вы получаете и реферальные из себя, и матрица. 6 видов дохода – это на сегодня. Это означает, что у вас есть 5 программ и реферальная система. И инстант выплаты. Выплаты автоматические, но у нас есть возможность ставить на ручные выплаты. Это будет делаться, когда программисты будут прикручивать новый модуль, чтобы не было сбоев, чтобы мы не боялись, что там кто-то вывел, тут прикручивают модуль, тут проверяют его и пошли сбои, чтобы деньги поступали к вам постоянно. Но мы будем предупреждать, когда будет переключение. Итак, что мы имеем? Мы имеем 5 отдельных неделящихся матриц. Что значит отдельных? Отдельная матрица – это значит, что нету перехода из одной в другую. Вы можете работать в одной, вы можете работать в двух, вы можете работать во всех.
Из матрицы в матрицу не будет перехода. Это значит, что деньги, которые обычно админы берут на якобы переходы, которые остаются в системе, вы ложите себе в карманчик. То есть деньги вы здесь можете зарабатывать только с одной программой. У нас двухуровневый тренар, то есть три человечка под вами и два уровня вниз. Начисления идут с первого человека. У нас здесь табличка показывается дохода и входа. Сколько мы зарабатываем и сколько мы вкладываем. Хочу заметить, что вот доход здесь – это общий доход отдельных матриц. Без учета реферальной программы. Я не знаю, сколько рефералов вы пригласите, поэтому учитывать это просто нереально. И здесь не учтена система реинвеста, то есть того реинвеста, когда у вас закрывается матричка, и вы опять попадаете в эту же. Итак, в первой программе 250, доход 1815. Вторая, вход 1125, выход 8601. Третья, 5000 и выход 39663. И две VIP-программы, об этом будет говориться намного-намного позже. Активация всех мест проходит из кошелька для покупок. Именно с этого кошелька вы будете делать все операции на сайте. Кошелек для вывода – это только для вывода заработанных средств. Туда поступают реферальные. Реферальные поступают только на вывод. Сейчас я хочу вам показать еще работу в каждой матрице, для того, чтобы вы наглядно видели, сколько денег вы получаете чистыми. Итак, первая программа, куда сейчас все рванули, которая всем нравится, это программа 250. Вход малюсенький и выход в 5 раз больше, чем вложили. Итак, первая линия, которая у вас появляется, которую вы видите с первого человечка, вы получаете по 50 рублей. Три человечка под вами, вы получили 150. Вторая линия вам приносит по 185. То есть у нас получается следующая схемка. Три человека по 50 и 9 человек по 185. 150 плюс 1665 в общей сложности 1815. Здесь уже учтена системка техотчислений. Техотчисления идут только с нижней линии. Техотчисление это идет на систему бонусов. Вот то как раз, чтобы получили бонус 25 рублей. Откуда-то эти деньги должны браться. Эти деньги идут вот как раз со второй линии. Далее система делит эти деньги. 30% она возвращает к вам в накопительную программу. 70% идет у вас на вывод. На вывод у вас 1284. Это более чем в 5 раз больше, чем вы вложили. Это ваш чистый доход. Ваш доход, который вы можете вывести и использовать как вам угодно. У нас также будет работать обменник. Этот обменник как раз для того, если вы накапливаете, допустим, на внутреннем кошельке, хотите купить следующую программу, вы сможете с кошелька на вывод перевести без потерь практически на кошелек для оплаты, для работы и закупить следующую программу. Вам не нужно будет вынимать деньги из сайта, терять проценты, потом заводить, опять терять проценты. Таким образом, мы немножко облегчили вам эту вещь. Далее, программа 1125. Та же история. Точно так же, только доход у нас намного-намного выше, конечно же. Вы вложили 1125 с первого уровня 1664, sorry, каждый человечек вам. Второй уровень вам приносит 901 с каждого человека. И хочу здесь опять обратить еще внимание на то, что люди говорят, три человека подо мной это много. Возможно, оно так и выглядит, но вы считайте, научитесь считать, когда вы получаете свой доход.
Возьмите калькулятор сейчас вот на этом месте и просчитайте. Допустим, вы привели одного партнера. Он вам дал 164, который привел всего два партнера по 901. Дорогие мои, вы уже не только вернули свои деньги, но и увеличили свой капитал. То есть один человек, который привел двоих. Все. Три человечка, чтобы вернуть свои деньги. Я думаю, что это совсем немного. В мире матриц это абсолютно ничто. Итак, те же самые расчеты. 1125 вы ввели, 6103 получили. Это опять более чем 5 раз больше. Итак, со всех вот этих начальных программ. Программа 5000, то же самое. 5000 вход, 600 с каждого в первой линии. 4207 со второй линии. В общей сложности на вывод 29 035 рублей. Более чем в 5 раз опять вы получили доход. Схема немножко меняется на VIP-программах. В первой линии в программе VIP-1 вы получаете 1440. Вроде бы немного, но со второй линии вы получаете 15 700. Соответственно, ваш доход, вложив всего 18 тысяч, 122 096 рублей. Это уже более чем в 6 раз больше, чем вы вложили. И программа VIP-2, я уже здесь немножко пробегаю, я сразу перехожу к цифрам. Вложив 45 тысяч, вы получаете 327 595 рублей. Это более чем в 7 раз больше, чем вы вложили. Теперь я хотела бы перейти к последним слайдам здесь, потому что здесь очень интересно по партнерской программе. Это мы уже с вами проходили. И что такое обменник? Вы можете найти его в меню. Его включат, когда подключат нам выводы. Это как раз тем, кто хочет активировать новые позиции в матрицах, в последующих матрицах. И как раз программа бонусов. Это у нас есть на сегодняшний день два вида бонусов. И один бонус за регистрацию, который вы уже все имеете. И бонус при пополнении баланса свыше 10 тысяч рублей. Это 250 рублей. То есть это как раз еще на одну программу. На этом я буду заканчивать. Следующие новые идеи, новшества я опять буду делать видео и показывать, как с ним работают. Всего хорошего!